Здравствуйте, гости, друзья и коллеги. Вы на канале Автоайболит. Меня зовут Николай. И сегодня мы с вами увидим короткое видео, в котором будет рассказано, как и чем правильно мыть свою дорогую и дорогую сердцу, и дорогую по деньгам машину. Меня часто спрашивают люди: ты давно в этой теме и должен знать, как моется автомобиль, чем моется автомобиль, как сделать так, чтобы блеск автомобиля как можно дольше был явным. Особенно бывает, когда у человека дорогая машина. Вот недавно была такая ситуация, когда человек купил Audi за 1 300 000, что ли. Приехал ко мне и спросил: скажи, пожалуйста, Николай, а как мыть машину? Чем мыть машину, чтобы меньше было рисок, меньше паутинки, чтобы блеск был и держался на ней как можно дольше? Я сказал ему: руками. Вы знаете, он так удивился и сказал, обиделся даже так, можно сказать, и сказал: понятно, что не ногами. И уехал. Но через 3 дня приехал и сказал: да, Колян, ты был прав. Я говорю: а как ты это решил? Как ты это понял? Да я позвонил, говорит, в салон, в котором покупал машину. Тоже такой же вопрос задал: чем мыть машину, чтобы она дольше сохранялась по блеску. А мне ответили: руками. И желательно женскими. Почему нужно мыть руками? Я вам покажу, как это делать. Потому что лучше, чем человеческая кисть, тактильное ощущение. Ни одно покрытие, ни одна вещь, ни одна тряпка, ни одна губка, ни одна щетка, неважно, что у вас будет в руках, так не чувствует пылинку, песчинку. Только рука. Вот я вам покажу, как это сделать. И самое главное, как вымыть автомобиль руками. И как потом его вытереть. Чем его вытереть. Вот самое главное. Это самое главное. Ни какой-то там специальной салфеткой, ни какой-то там специальной какой-то там искусственным велюром каким-то специальной кожей и так далее, и так далее, и так далее. Я покажу, чем. Давным-давно старые маляры работали этим материалом. Вот, давайте вспомним. Есть у нас вот такой автомобиль, он пришел к нам. Он не дешевый, не супер дорогой. Нам надо покрасить вот здесь вот это место, дверь эту, дверь с той стороны. Но тем не менее, он очень грязный. И как раз мне его все равно мыть, стирать, чистить, блистить. И как раз на нем я покажу вам, как это все сделать. Вот так вот, берется шланг, льется вода. Кто-то, если думает, что это можно делать и только летом, ошибается. Можно это сделать и зимой, если у вас есть теплая вода. Сейчас покажу, как. Моется вот так вот, рукой. Только рукой. Вы все чувствуете рукой. Все у вас контролируется. Ногтями ковырять не надо. Ногтями ковырять не надо. И вот так вот аккуратненько. Везде, шаг за шагом, так скажем, сверху донизу, вы потихонечку, аккуратно, если попадается песчинка, не нажимаем, аккуратненько вот так вот смываем все, что есть на машине. Есть люди, которые категорически не хотят ехать на мойку. Потому что мойка, есть мойка, там человек моет не свой автомобиль, и у него моют по-разному. Понятно, что есть пена, там поливаешь пена, ну и с точки зрения дешевле, конечно, с точки зрения дешевле и качественно можно вымыть свой автомобиль. Если это зима, и у вас нет желания холодной водой мыть машину, вы можете подогреть ее
ведро теплой воды и делать то же самое. Делать то же самое, но то же самое обязательно рукой. Обязательно рукой. Взяли воды на руку. Вот, видите, сейчас прям чувствую, как песок под руками, под кистью. И вот так вот ее аккуратно смываете. Да, дольше. Но есть люди очень такие щепетильные. И для них это видео. И тот, кто не хочет тратиться, конечно, на мойку. Тот, кто думает, что мойка там не помоют хорошо. Ничего нет лучше руки. Можно купить хороший обезжириватель. Вот в РМ есть такой ПК 9000 и 900. Он отмоет весь битум, который есть на машине. Почему я это говорю? Потому что я чувствую, что рукою трогаю, а тут битума море целое. Вот и все. Вот и все. То же самое можно сделать было ведром. Сейчас мы обмоем эту грязь. И теперь самое интересное. Как вытереть вот такой черный автомобиль, чтобы было все чистенько. Ну а вот теперь секретный ингредиент. Это обыкновенная русская, всеми любимая марля. Она стоит всего лишь 85 рублей. Это очень дешево. Берем вот такой вот 5-метровый отрез марли. Почему марля? Марля имеет сетчатую структуру. Эта сетчатая структура позволяет, вернее, не позволяет ни одной песчинке задержаться в предмете, которым вы моете автомобиль. Если даже она и задержится здесь, сейчас я покажу, как ее отсюда убрать. Итак, вот вы берете чистую, сложенную 5 метров марли. Я думаю, это много. Сейчас мы ее уменьшим. Берете вот такой отрезок, метр на метр, полтора на полтора. И правильно его аккуратно складываете. Угол на угол. Вот так вот. Сейчас покажу вам. Ну, как вы складываете все. Вот так вот. Квадрат на квадрат, полукруг на полукруг. Вот так вот вы ее складываете. Вот смотрите. И мочим. Берете обязательно чистое ведро, чистую воду и чистое ведро. Сжимаете аккуратненько. И вот вы начали вытирать. Чистенькими, чистенькой стороночкой. Аккуратненько. Напомню, уже песчинок никаких здесь нет. Протерли половиночку. И еще вторую половиночку. Двери я имею в виду. Все. Деталь у вас чистая. Протертая. Смотрите, вы выворачиваете салфетку, эту марлю. И вот у вас еще две чистых стороны. Можете взять и пройти еще раз. И еще раз у вас все чистенько. Готово. Поворачивайте. Вот у вас еще чистая сторона. Еще проходите. Пожалуйста. Пожалуйста. Теперь смотрите, у вас эта сторона грязная и эта. Эта и эта. Но если вы ее сейчас развернете, вот так, смотрите, у вас еще четыре стороны, друзья мои, чистых. Пожалуйста, протирайте следующую деталь. Вытирайте, протирайте, что вы делаете. И вот так вот вы ее
вытираете следующую. Грязная, перевернули на чистую. Пожалуйста. Ветер сильный. Все сразу же чисто, великолепно. После того, как вы, вот самое главное, если песчинка осталась у вас, поймала марля песчинку, вы открываете марлю, открываете ее полностью и опускаете ее в ведро. Моете в ведре. Вот так вот ее всю. Ветер мешает мне сегодня. Ну почему? Реальные условия. Реальные условия. Ну, у меня нет тут затишка какого-то. Был бы где-то тут такой какой-то забор. Вот так. Вы ее вытираете. Ой, выжимаете. Хорошо, выжимаете. И вот теперь самое главное, что нужно сделать. Нужно ее раскрыть. И вот так вот на четыре стороны выбить весь. Раз сторона. Два сторона. Три сторона. И четыре сторона. Все, у вас ни одной песчинки здесь нет. Опять складываете ее, и она снова у вас в работе. Протирайте стекла, все что угодно. Перевернули. Еще чистая. Итак, всю машину. Итак, друзья мои, сегодня я вам показал дешевый, простой, быстрый, я думаю, быстрый способ для тех, кто хочет мыть автомобиль своими руками, чтобы полностью видеть, как он отмывается, жалеть его и так далее. Вы были на канале Автоайболит, меня зовут Николай, обязательно подпишитесь на канал. Всего вам доброго, пусть у всех всегда все будет хорошо. До свидания.